огромный привет! Очень рада видеть вас на своем YouTube-канале. В этом видео я хочу поделиться с вами идеями интересных образов на зиму, возможно, вдохновить вас на какие-то эксперименты. Так что давайте уже не будем долго затягивать и поехали! Абсолютно каждую зиму топ всех модных трендов возглавляет трикотаж. И в первом образе я хочу показать вам теплый, но довольно интересный, классный, нарядный трикотажный костюм. Я хочу поддержать красивый молочный цвет этого костюма, поэтому дополняю его аксессуарами в тон, ботинками, сумкой и поясом. Также сюда можно надеть браслеты, чтобы образ смотрелся более нарядно. Например, если вы будете отмечать какие-то зимние праздники где-то на природе, в загородном доме. Наверх можно надеть утепленное пальто или пуховик уже на ваш вкус. Поверх пальто я снова завязала тот же самый пояс. Зачем? Образ получился однотонный и достаточно простой. А вот этот классный, интересный пояс служит прекрасной специей в этом образе. Помните, в видео с новогодними образами я вам демонстрировала велюровые довольно нарядные брюки и говорила, что их без проблем можно адаптировать и в повседневный гардероб. Секрет очень прост. Я обрамляю акцентную вещь максимально простыми и базовыми вещами. Позволяю именно ей стать изюминкой всего образа. В частности, добавляю простой черный свитер, массивные ботинки и пальто. Кепка же уводит образ в более спортивный, что в данном случае нам с вами только на руку. Третий образ я составила с теплой зимней курткой. На рукавах у нее актуальная сейчас плюшевая выделка, которую я решила подержать с помощью плюшевой кепки и плюшевого принта на свитшоте. Верх у меня получился довольно объемным, поэтому уравновешиваю его с помощью лосин. На ногах светлые высокие сапоги в тон свитшота, сумочка в тон и готово. Среди головных уборов особенно актуальны сейчас различные балаклавы. Мне кажется, это очень удобно, потому что одна такая балаклава заменяет вам и шапку, и шарф. Сейчас покажу вам образ подобной балаклавы или капюшоном, или как это еще можно назвать, который я покупала год назад. На пальто подкатываю рукава и надеваю безумно актуальные сейчас длинные перчатки, те самые, которые показывала вам с платьем в видео с новогодними образами. Мне нравится, как они мгновенно преобразили довольно базовый образ. Бонусом появилась игра фактур: кожаные перчатки плюс шерстяное пальто. В последние годы многие задаются вопросом, что же делать с колготками, если зимой вам вдруг захотелось надеть какое-то светлое короткое платье. А телесные колготки, особенно плотные и с люрексом, сейчас считаются моветоном, но я, честно говоря, не удивлюсь, если скоро они возглавят списки трендов. В моде вообще такое случается часто. Сейчас же я считаю лучшим выходом заменять телесные колготки на цветные или белые, как в моем случае. У меня колготки не сильно плотные, но они кашемировые и довольно теплые. Здесь я составила светлый образ с яркими акцентами в виде платья и сумки. В нем здорово играют вязаные фактуры на платье, шарфе и даже колготках с гладкой фактурой пальто и сапог. Наверное, образы у меня получились для довольно мягкой зимы, но их всегда можно утеплить за счет выбора более теплой обуви и верхней одежды. Всегда под низ можно надеть термобелье. Все-таки цель этого видео — показать именно идеи, а не руководство к действию. Обязательно напишите, какой из образов вам понравился больше всего, а какой, возможно, вы бы не надели в принципе. Мне будет очень интересно это узнать. Большое спасибо за ваши лайки и подписки, они очень помогают моему каналу. А мы увидимся с вами ровно через неделю в следующем видео. Пока-пока!